Ну, сейчас. Добрый день. Приветствую. Ну, приветствую, Игорь Тихонович. Я слушаю. Согласен. Выставляется, согласен. Я на кратке, коротко. О, вчера слушал ваш приговор. Было, конечно, как переместился в это советское, когда особенно запомнилось златоустовцы. А, говорит, все, кто... община златоустовцы. А так говорит одна судья. Говорит, а вы что думаете по этому поводу? А я, говорит, вообще не думаю. Я когда думаю, у меня потом голова болит. Ну ладно, Игнатий Тихонович, благослови приобрести проповедь в стихах. Вот что вы написали. Я Елене вчера с учетом перевода пересылки книг 9600 перевел на карту. Сейчас я ей вот в WhatsApp пишу, что я Сергей, город Курск. Так, сейчас, подождите-ка. Подождите. Ну, все, говорите. Что называется, ставлю вас в известность и прошу вашего добро на приобретение. Ну, хорошо. Вы сколько ей передали? Что? А? 9600 с учетом пересылки. Ну все, чтобы я, она сказала, это хватит, да? Да, да. Пересылки-то да. Она пересылает, я-то не знаю. Ну хорошо, с Богом. А вы здесь писали или нет? Я просил, да, чтобы все написали, как вы пришли на наши ресурсы-то. Вы не ответили? Я что-то не видел такого. Как я пришел? Мой путь я рассказывал. Ну, я вам скину сейчас. 60 человек уже ответили. Это интересно так знать. Нам надо узнать, через что люди приходят. Как сейчас закончим говорить, я вам сразу в течение одной минуты скину. И вы точно так же подумайте, когда, где услышали и как стали ходить на наши ресурсы. А у вас какие наши книги есть? А вот. Да, Игнатий Тихонович, «К истинному православию», «Толкование». Хорошо. Есть книги. Хорошо. Все, пускай она уже... Литература... Пускай пересылает. Я немного испытываю, так сказать... Желание иной раз 4 строки, а то и 8, и 12 в рифму у меня ложилось. Ну, как вы учили, чтобы в конце славить, ну, в каждом стихотворении Господа. Вот. Ну да, ну да. Больше вопросов нету? Нет, иначе. Все, отхожу. Вопрос. Отхожу. Сейчас я вам скину все. Посмотрите, как другие отвечают, и сами сразу напишите, на меня скините. Хорошо.